Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мария Мистик. Сегодня я хотела поделиться с вами своей радостью, каких красивых девочек, самочек, петушков, халфмун и бабочка халфмун я купила для своих самцов, которых показывала несколько дней назад. Один у меня бабочка, второй... продавали как сапфир, но смотрится фиолетовым. И вот сегодня мне удалось купить самочку Half Moon, как мне продавец сказал. Верю, что он прав. Она именно такого же цвета, как мой самец. Именно такая же темно-фиолетовая, с перламутром даже, и с красными плавничками. Одна девочка Half Moon, самочка, курочка, вот переливается и в красный, и в синий вот таким цветом. Пытаюсь подсвечивать, потому что рыбка вся переливается, трудно передать. Две самочки вот такие. Она беленькая, а по плавничкам идут красные как бы лучи. Вот эта бабочка, обратите внимание, грудные плавнички у нее большие. Как вот бабочка, она прям порхает передними вот этими грудными плавничками. У обыкновенных, если это не бабочка, не с большими плавничками, то у них они остренькие, просто длинненькие, вниз опускаются. А вот у бабочек, вот видите, прямо как действительно рыбка-бабочка. Одна вот такая, она от освещения меняет окрас, то прямо серебристо-платиново-перламутровая, то при хорошем свете как бы беленькая. Но вот самое интересное, у нее плавнички. И вторая самочка... такая же бабочка, вот с такими же пушистенькими плавничками. Сейчас она как подплывет, покажу, какого она интересного тоже цвета. Мне нравятся вот такие рыбки светлых тонов. А вторая, вот она бабочка, видите, какая интересная. У нее там и нежно-голубое по телу, и красная голова. И вот она на бабочку больше похожа, на моего самца. Потому что у нее или двухцветная, можно так сказать. Вот у нее тоже плавнички вот такие пушистенькие. Голова красная, лучи тоже красные на плавничках. Вот сейчас раскроется. И вот такие, видите, плавнички. Как у прямо вот у порхающей бабочки. И очень красивый цвет. Специально пытаюсь их снимать в маленьком отсадничке на 6 литров без растений, чтобы просто попробовать подсветить и передать красоту этой рыбке. Я очень довольна. Такая удача, такая покупка. У некоторых, да, к сожалению, вот плавнички немножко ободраны, вот как здесь. Но не забываем, это рыбка бойцовая. Они, в общем-то, собственно, мирными не считаются, несмотря на то, что это курочки, самочки петушков. Зато какие они невероятно красивые. А вот это вообще, не знаю, тут столько цветов, она и перламутровым, и белым, и красным, и чего, и синим, чего в ней только нет. Здесь плавнички, видите, обычные, обычные. Вот на темной рыбке больше видно плавнички. Просто остренькие вниз. А здесь, видите, они пушистенькие, как бабочка порхает. Очень красивая рыбка. Поэтому наши парни теперь будут с дамочками, с курочками. Вот эти две бабочки. Сейчас вот они немножко прокарантинятся у меня в отсадничке. И будем их заселять. Пока вот думаю, как заселять их отдельно между собой. Или, может быть, в общий аквариум с гуппи и сомиками. Но там у меня... сильное течение, поэтому, может быть, я просто сейчас сделаю им отдельный аквариум. И, возможно, вот эта самочка, вот у нее такое толстенькое пузико, попробую, может быть, даже ее уже и с самцом поселить, попробовать на нерест ее посадить. Вот видите, какая тоже необычная окраска. И красная, и перламутрово-синяя. Все цвета там собраны.
В отсаднике они более-менее ведут себя прилично, поэтому я и думаю, либо их расселять с кем-то другим, чтобы они между собой не делили территорию, и в 60 литров им, собственно. Но там у меня хорошее течение для гуппи и сомиков. Вот эти две бабочки, они просто невероятно красивые. Просто сказочно красивые рыбки. Если убрать подсветку, она прямо серебристо-платиновая. Если много света, она смотрится на видео как белая. Очень красивые рыбки. И вот вообще мне светлые нравятся. Вот такие белые с красными лучами в плавничках. Ну, бабочка это, конечно, бесподобно, как она порхает своими вот этими плавничками. Поэтому сейчас вот налюбуюсь и вам покажу, какое вот чудо природы теперь будет жить у нас в доме. И буду думать, куда их расселять, что придумывать, либо в общий аквариум. Там уже устоявшаяся вода, но эта рыбка-петушок, она особо не требовательна к параметрам воды. И там много места, ей не надо будет драться ни с кем, поэтому не знаю, наверное, так и поступлю, несколько посажу в общий аквариум, возможно, бабочек или вот этих светленьких девочек, которые будут хорошо смотреться, скорее всего, на черном грунте в моем аквариуме с гуппи. В общем, буду думать. Пока вот у меня восторг от приобретения вот этого. Очень все они мне нравятся. Ну и потом расскажу, как я все-таки их расселила, что я придумала, что у меня получилось. Попробую, может быть, вот эту пузатенькую девочку в 60 литров, там налить не весь, не 60 литров, а просто посадить с самцом, но налить там, например, литров 20-30, чтобы они познакомились, он на нее не забивал, ну не знаю, в общем, буду думать, наблюдать, экспериментировать. Параметрам воды рыбка не требовательна, к литражу тоже, но из-за ее бойцового характера тут как-то вот надо понаблюдать, не будут ли они обижать мне сомиков или гуппи, или моих улиточек, они все-таки такие любят питаться живым кормом, не будут ли откусывать усики у Тилы Милани, например. Вторая бабочка, обратите внимание, тоже необычная. Вот она, кстати, бабочка по полной программе. То есть у нее и красный, и вот этот вот рисунок бабочки. У нее ободочек там. Хотя нет, плавнички-то надо грудные посмотреть. Я еще сама толком их не рассмотрела. Вот только посадила в отсадничек, чтобы они тут к водичке к нашей привыкли. Рыбочек нельзя сразу пересаживать в новую водичку, надо и температуру сравнять. Мы привезли их из зоомагазина. И на всякий случай лекарства туда немножко добавила, для того, чтобы, не дай бог, никакая болячка с ними не пришла к нам в общий аквариум. Ну, смотрится рыбка бодренькой, активненькой, здоровенькой. И невероятно красивый. Вот эта рыбка вообще непонятная. У нее и белая, и красная, и синяя. Как трехцветная. И даже тяжело ее вот так подсвечиваю. Никак не поймать мне освещение, чтобы передать цвет правильный. Переливается вся. Ну вот здесь в отсаднике они себя ведут достаточно мирно. Вот такая беленькая есть. Мне вот нравятся светлые вот такие окрасы. С красными тоже. Перламутровое тело.
На этом тогда будем заканчивать это видео. Пойду думать, куда я буду расселять всю эту красоту из этого отсадничка. А потом поделюсь с вами, что у меня получилось и как поживают мои рыбки.